Всем привет! Сегодня мы рассмотрим предлоги места, prepositions of place. И для этого нам помогут мячик и коробочка. Посмотрите, пожалуйста, где находится мячик по отношению к коробочке. На, on the box. Сейчас мячик перемещается в коробочку. In the box. Сейчас мячик находится рядом с коробочкой. Near the box или next to the box. А сейчас мячик под коробочкой. Under the box. А сейчас мячик находится впереди коробочки. In front of the box. Теперь мячик находится за коробочкой, сзади. Мы только видим его очертания. Behind the box. И последняя картинка. Мячик располагается между коробочками. Between the boxes. Надеюсь, вам было интересно познакомиться с предлогами места. Всем пока!